Merry Christmas! What the fuck is it called? Но сегодня 31 декабря. Мы специально собрались здесь, чтобы поздравить весь Magic с новым 2016 годом. Ей! В общем, дорогие друзья, с сентября было много-много отличных дел, которые сотворила наша студия. В следующем году ожидается не меньше, а на самом деле больше. Все мы отлично потрудились, все большие молодцы, и ждем вас после праздника снова на занятиях. Отдельное спасибо всем, кто съездил с нами в Ухту. Было круто, было классно. Ухта ждет нас снова. Смотрели снова в Ухту. Плюс еще куча много соревнований, где Magic будет себя показывать и проявлять во всей красе. В середине января у нас для вас будет небольшой подарок. Такая новость сотрясет весь Киров, и об этом узнает весь Киров. Ребят, с наступающим вас Новым годом. Развивайтесь творчески, никогда не останавливайтесь, никогда не опускайте руки. Не слушайте негативно чужое мнение. Ну, я, кстати, просто сказал. Не слушайте негативно чужое мнение. Никогда не останавливайтесь, всегда развивайтесь творчески, работайте над собой, участвуйте везде, проявляйте себя. The hills, but down below we firing up the bomb. Чтобы вы всегда танцевали, всегда радовали глаз зрителей и своих тренировок. Вы все огромные молодцы, вся территория танцев Magic Move, все тренера, вы все огромные молодцы и очень хорошо поработали за этот 2016 год. Желаю, чтобы 2016 год был менее продуктивным. Я вас люблю. Много крутых шумов, много музыки, много вансов. Кстати, ребята, у меня вступали вансы красные на Новый год. Сожгите их лучше. Всем привет, ребят, еще раз. Я уже доел свои груши, поэтому могу говорить. Вот, на тренировке я вас всех поздравил на последний. На последний, да не последний. Как где-то люди назвали. Последний, да не последний. Последний, да, последний. Говорю вам по поводу наших приездов, по поводу новых открытий и новых побед, которые мы должны прийти. Вот, в 2016 году нас ждет очень тяжелое в этой, ну, касаемо именно танцевальной жизни. Будем выкладываться, будет результат, а нас будут знать не только в Киеве, но и за пределами Киева, в России, а потом еще выше. Чем меньше городов, тем больше у них мотивация выйти из него и стать более продвинутыми. Вам большой респект, то, что вы здесь находитесь с нами всегда, вы нас поддерживаете, каким бы мы уставшими ни были. Это все ваши улыбки и ваше настроение. Вот, спасибо вам за все. Давайте, ребят, еще раз вас... С Новым годом!